господа, сегодня в Большом зале Краевой филармонии в рамках церемонии открытия 63-го творческого сезона концерт с участием народного артиста России Дениса Мацуева. И по сложившейся традиции, второй концерт Денис Леонидович проводит обычно с Красноярским симфоническим оркестром и с коллегами-музыкантами. Итак, Людвиг ван Бетховен, увертюра «Леонора», исполняет Красноярский академический симфонический оркестр, дирижер, художественный руководитель и главный дирижер оркестра Владимир Ланде. Это открытие сезона, это событие. И вот это событие для Красноярска, мне кажется, в любой точке мира это событие было бы, если не самым большим, то там за 5 лет, то самым большим в сезоне. Мы изначально открываем сезон таким интересным событием и таким интересным проектом вместе с Денисом Мацуевым, вместе с Сергеем Крыловым, ну и вместе с Бетховеном и Рахманиновым, и Филиппом Гласом, чтобы заявить о том, насколько этот сезон будет интересным, впечатляющим и насколько он будет разнообразен. Я не думаю, что в какой-либо другой точке мира вы увидите две такие величины в одном концерте. Так что тут просто красноярцам повезло, ну и нам, музыкантам, конечно, тоже. Концерт для скрипки с оркестром в 3 частях. Солист Сергей Крылов.
Новоалтайск. Это город, к которому я отношусь с особым трепетом, потому что здесь очень большая и очень давняя традиция музыкальная. Я еще помню это по центральной музыкальной школе, когда я был учащимся ЦМШ. Поэтому, знаете, я считаю, что здесь замечательная публика, прекрасный зал, замечательный оркестр, прекрасный дирижер. Поэтому я думаю, что здесь играть на открытии сезона — это для меня большая честь. И могу еще добавить, что выбор концерта американского композитора Филиппа Гласса, выбор этого концерта — это был выбор, на который я немножко рискнул в этом, потому что это концерт это минималистический концерт, который использует определенный музыкальный язык, и я очень счастлив, что этот музыкальный язык был понят здесь публикой, и я считаю, что этот концерт имеет смысл исполнять, потому что это концерт очень сильных атмосфер, которые действительно доносятся, вот и в нашем случае доносятся до публики и даже гипнотизируют в чем-то, особенно, я бы сказал, во второй части этого концерта. Это гипнотизирует публику, и это действительно очень-очень удачное произведение, на мой взгляд. Но впечатления не менее сильные, чем от Дениса Мацуева. То есть я с фортепианной музыкой больше знакома, так как сама в свое время училась в музыкальной школе. Но скрипачи, то есть это просто за гранью моего понимания, особенно такие вот именитые, как Сергей Крылов. То есть мне очень понравилось, то есть я просто восхищена его игрой. Я ни разу не слышала Филиппа Гласса вот оркестром вживую, и, конечно, мурашки по коже были. И правда, вот мы сейчас обсуждали, что это чувствуется, что это музыка кинематографичная. В ней столько драматургии, в ней столько изображений, в ней столько эмоций, что я впечатлена. Это наше главное завоевание. Половина зала – молодые лица. Причем это бывают не профессионалы, а люди, которые тянутся в залы не потому, что это модно, а потому что они приучили себя или их просветили, потому что поход на концерт классической музыки – это не развлечение. Конечно, это работа. Это работа и определенная подготовка. Но если это все совпадает и правильно люди понимают, в чем дело, конечно же, это просвещение, конечно же, это одухотворение, конечно, это терапия. Отвлечение от негатива в жизни, от негатива с экранов телевизора –